Нету мышления ни в сознании, ни в словах, ни в инструкциях, ни в заданиях. Мышление есть в ваших опытах. Я своими словами могу побудить вас пережить некие опыты. Именно для этого нужна Академия Смысла. А если мы сейчас сидим, ждем, ну, в какой-то момент, наконец, скажут сакральную абракадабру эту, или что там, кедабру, и случится чудо. Нету, не будет чуда в формулировках, в каких-то ответах, в каких-то советах. Будет в этих опытах.